Вот последствия боя украинские военные зашли в эту деревню, после чего сюда выдвинули силы народной милиции. И вот в ходе боя один из домов выгорел практически полностью. Сейчас нахожусь в селе Николаевка в Луганской Народной Республике. В среду вечером этот населенный пункт был атакован большими силами украинских военных. Находясь на наблюдательном посту, не заметили, как подходила диверсионная группа, либо разведгруппа. Как в итоге оказалось, ее численность была в районе роты. Судя по всему, они сумели форсировать Северский Донец. Это река, по которой фактически проходит линия фронта. Судя по всему, эти группы форсировали реку для того, чтобы закрепиться. И есть такое предположение, чтобы обеспечить организацию понтонной переправы для более серьезных сил, которые могли бы здесь начать наступательную операцию. Буквально несколько минут назад мимо меня в сторону боя проехали танки. Сейчас оттуда слышны выстрелы из стрелкового оружия. Ждем развязки. Бой разгорелся с новой силой. Приняли бой. Так как у нас было 3 человека, заканчивались боеприпасы. Запросили по радиосвязи, командир дал приказ на отход. После того, как попали под огонь артиллерии со стороны вооруженных сил Украины, отошли в дачи, после чего наша артиллерия, наш командир запросил нашу артиллерию